Итак, ладно. Давайте закончим перерыв и погнали дальше. Нам осталось с Клой и Дином поговорить и наконец-то доберемся до Боузы. Эстель, опять прогуливаешься? Ну, типа того. Что важнее, прости. Я не рассказывал о Йоше до самого конца. Ой, да не беспокойся. Однако та девушка, что с Йоше, одна из небесных бандитов, не так ли? Да, она нахальная. Любящая оскорблять маленькая малявка. Не знаю, по имени Джозет Капуа. Она также та еще пацанка, в сравнении с любым, кого я видела до сих пор. А люди иногда даже меня называют пацанкой. そうなんですか? Понятно. Однако она действительно кажется очаровательной, судя по фотографии. Она может быть довольно милой, если держит рот на замке. И ей удалось сыграть идеальную девушку из высшего общества, когда мы впервые встретились с ней. Прости. Эстель рассказала о том, как она впервые встретила Джозет в резиденции мэра Роланда. А, понятно. Это впечатляющая ловка, если можно так выразиться. Ну, в этом есть смысл, поскольку она, очевидно, бывшая ербонская аристократка. По-моему, делать такое лицо — это ее специальность. Но если снять все слои, то, как я уже сказал, в основном она нахальная. Беспардонная маленькая тварь. Тем не менее, из того, что я услышала, я не могу найти причин ненавидеть ее. Я подозреваю, что если бы мы нашли возможность поговорить, у нас было бы много общего. Да. Я не хочу увидеть, как это случится. Мы бы отдалялись друг от друга, как масло с водой. Наши характеры не сочетаются друг с другом, поверь мне. Может быть. Прошла целая вечность с тех пор, как я была в Боузе, если подумать. Думаю, последний раз это было, когда Джилл взяла меня с собой на небольшой шопинг в Боуз Маркет. Да. О, Эстель. Ты хорошо поработала на этот раз. Это действительно, растешь как брейсер. Я все еще вроде как новичок, думаю. Ну, в смысле, я даже отдаленно не так хороша
владений посохом, как отец. Ну, я не думаю, что тебе стоит сильно беспокоиться о мастере Кайсюсе. Брейсер S-ранга — это мастер свое дело до такой степени, что... достигает единства целей, к которому стремятся все мастера боевых искусств, в конце концов. Честно говоря, я не думаю, что смог бы достичь такого просветления, даже если бы потратил всю свою жизнь на попытки. Понятно. Должна признать, мне трудно поверить, насколько невероятным является мой отец, но... Вообще-то, Зин, ты упомянул идею единства целей. Ты говорил об этом Клой еще в замке. Что именно это значит? Да, так и есть. Ну, честно говоря, это сложновато объяснить, если честно. Ну вот, мастер Кассиус когда-то был настолько выдающимся мастером меча, что ему дали титул «Божественный клинок». Однако сегодня он может орудовать посохом так же легко, как и мечом, с которым он тренировался всю свою жизнь. Как ты думаешь, почему? Он очень много тренировался. Ну, конечно, частично это так. Веселые фразы. Но более того, именно потому, что он мог мгновенно понять и соотнести характер боя с посохом со своим предыдущим опытом. Что-то сверх того, что мы называем мастерством, сверх отработки форм и рефлексов, сверх мышечной памяти. Воспринимая это как некое психическое состояние, когда человек может постичь истинную природу всех вещей и управлять ими по своему желанию. Это концепция, то, что мы называем единством целей. Истинная природа всех этих вещей, да?
его план по оттеснению имперской армии во время вашей войны был таким же, я уверен. Он понимал природу войны, боя, настолько инстинктивно, что был в состоянии построить свой план. Не было бы никого более... Не было бы никого, что являлся более страшным врагом, чем он. Понятно, я думаю. Но это значит, что даже мой якобы просвещенный отец был в чем-то побежден в обществе. Для начала, во время переворота, его выманили из страны. Да. Они почти наверняка обладают кем-то равным мастерству Кассиуса. Равным мастеру Кассиуса. Трудно сказать, кто это. Лоа или этот профессор. Это может быть тот парень, которого мы знаем как Лоренс? Он был довольно сильным. Не знаю. Конечно, он невероятно искусен. Но я сомневаюсь, что он может сравниться с мастером Кассисом. Кроме того, его ци, его душа... У них не было единства цели. Не в том смысле, в котором я, о котором я говорил. Он клинок, особым образом заточенным, самым холодным морозом. Закаленный до совершенства, никем не тронутый. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у меня о нем на арене. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Он не показал себя, но я думаю, что он... Должно быть, что-то задумал. У него, похоже, была какая-то зацикленность на Йоши. Я бы не удивился, если бы они знали друг друга еще со времен пребывания Йоши в обществе. Между ним, мной и Шеразард. У всех нас в прошлом есть какие-то странные связи с этой группой. Интересно, является ли это руководством той, кто обитает над нами? Так, далее у нас идет босс. Самая близкая к империи область в Либе. Я бы хотел как-нибудь заглянуть... Или нет, взглянуть на знаменитые врата Хакен, если получится. Ух, ладно, вот с Дином самый сложный диалог был, наверное, из всех. Спасибо, что... Вы сегодня полетели с нами. Скоро мы прибудем в Боус. Чакрик но сай. Ташо юремас ноде. Охаяме ни.
Пожалуйста, имейте в виду, что во время посадки может возникнуть турбулентность, поэтому мы просим всех пассажиров занять свои места. Да, мы поняли. Погнали. Наконец-то, ребят, мы приехали. Виктор, уже так рано? Это как-то рановато ты. И поздно приходишь и уходишь. Давай, спокойной ночи. Как же нас много. Всем привет. Хорошо постарались, Роланди. Однако серебряная молния. Тяжелый клинок. Несдвигаемый. И восходящая звезда-новичок. Все вместе. У меня на глазах наворачиваются слезы. Восходящая звезда-новичок? Ты, конечно же. Ты наше маленькое ходящее чудо, которому удалось остановить общество в четырех разных регионах. Ну, во всяком случае, так гласят слухи. Да вы шутите? Сказать, что я остановила что-либо, значит преувеличить более чем немного. Они просто сбежали, как только закончили свои эксперименты. Хорошо держалась в деле с Ронтом и Стелли вообще-то. Не продавай себя слишком дешево. Я думаю, ты можешь немного гордиться собой. Да, но это была просто куча совпадений. Да и не нужно так смущаться. Тебе просто нужно соответствовать своей репутации, вот и все. Да, спасибо, Зин. Ты говоришь об этом как о легкой прогулке. В любом случае, оставляя все в сторону. Какова ситуация здесь, босс? Ну, никаких признаков общества не было. Ничего удивительного, я полагаю. С тех пор, как были пойманы небесные бандиты, армия усиленно патрулирует регион. Наверное, скорее замечено. Но одно все же бросается в глазах. В последнее время здесь бродит слишком много опасных монстров. Правда? Знаете, я заметил это, когда была здесь последний раз. В Боус, как правило, больше разыскиваемых монстров, чем в других регионах. Почему так? В основном это связано с тем, что Боус... большое место. Заполненное пересеченной местностью. Часто случается, что монстры спускаются из менее населенных районов. Дело в том, что только с начала месяца у нас было 10 случаев. 10 — это много. Да, 10 квестов по убийству монстров — это жесть.
Я полагаю, что это заняло Стинга и остальных членов команды. Сорото Крутс тачимо, сендзицу тачиотта цуйдени, намбичка тайджиштейте. Да, команда Курта задержалась на днях, чтобы уничтожить нескольких из них. Умай-сан тачи нимо тецдатте морайтай инжана. Буду у вас в долгу, если вы сможете позаботиться о нескольких из них для нас еще. Мне кажется, это хорошим планом действий. Возможно, к этому причастно общество. Да, они могут причинить кому-нибудь вред, если мы оставим их. Поэтому мы должны пойти и уничтожить их. Агат, в чем дело? Да, в чем дело? Ты очень тихий. Не, ничего. Ну, в любом случае, давайте отправимся туда и принесем несколько голов монстров. Прошу простить, я знал, что она придет. Поскучился. Ну, я про горничную, если что. Мы так и не забрали ее домой. Мэр Мейбл и Лила. Доброго дня. Эстель, я так рада видеть тебя снова. Господи, этот взгляд, конечно. Я рада видеть, что вы в добром здравии. Воу, да, целая вечность прошла. Кажется, в последний раз мы встречались на праздновании дня рождения королевы, верно? Да, такое ощущение, что прошла целая вечность. Я слышала о ваших подвигах в новостях, Эстель. Это касается всех остальных, я рада, что вы все в безопасности. Особенно ты, Клоэ. У тебя уже школьные каникулы? Да, ну я в итоге взяла перерыв, так сказать, раньше времени. Ну, рада снова видеть вас, Мейбл. А, Мейбл сэмпай. Вы двое кажетесь довольно знакомыми. Да, Мейбл раньше училась в академии. Мы познакомились до ее выпуска. Я тоже очень рада, что мы встретились. Понятно. И Агат Кроуснер. Давно не виделись. Наверное. Погодите, Агат, мэр Мейбл, вы знакомы? О, боже, ну да. Я много раз полагалась на мистера Кроуснера в различных работах, которые мог выполнить только он. А еще 10 лет назад... Эй, Джо-сан. Девушка. Ой. Что-то я забылась, простите меня. Неважно, я просто хотела зайти сегодня, чтобы поприветствовать вас. Как
Судя по всему, вы преследуете международный преступный синдикат, который угрожает безопасности всей страны. Международный преступный синдикат? Иногда они больше похожи на общество суперзлодеев. Но это лишь один из способов воспринимать их, я думаю. Ну, вообще-то так и есть, типа. Босс,としても, 犯罪組織の暗躍は, 人事ではありません. Что касается города Боус, то угроза, которую представляют эти преступники, не является чужой проблемой. Это проблема каждого. Если я могу чем-то помочь вам в вашем расследовании, чем угодно, вы можете всегда попросить. И вам нужно только попросить. Спасибо. Если нам понадобится помощь, мы обязательно обратимся к тебе. Ну, мы будем многого ждать от вас, мэр. Отлично. Ну, а на этом, боюсь, я должна... извиниться. Если что-то случится, пожалуйста, навестите меня в моей резиденции. Прошу простить. А Лилу можно оставить. Можно ее в пати. Ой, да ладно. Ну же, Агат. Ты не мог бы быть немного более вежливым? Прости. Это то, кто я есть. У нас тут не служба дворецких. Так что дай мне передохнуть. О, господи. Дзин, Оливер и Агат в костюмах дворецкого. В клубе, это в клубе. В кафе дворецких. Твою же ж. Да, фантазии. Безумные. И страшные. Агат иногда бывает высокомерен, высокомерным по отношению к людям. Хотя обычно он вежлив с клиентами. Но ты был немногословен с мэром Агат. Вам все показалось. Ближе к делу. Я помню, как мы говорили о том, чтобы привести несколько колов монстров. Луга. Расскажи нам о ситуации. Хорошо. У нас есть три незавершенных дел. Так, во-первых, на перевале Крон. Бродит клык клинка, или как-то так. Блейдфанг. Так, что у нас по, собственно, надписям. Так, клиент, гильдия брейсеров, награда, неизвестная мира, сложность, средняя. Свирепый монстр, клык клинка, в настоящее время находится на горной дороги Крон или перевали. Они же уже не видно нормально. Там что-то брейсеры. Также у нас есть в долине Небл гост эпитафия. Эпитафия призрака. И наконец, Октобон.
Что устроил ад в башне Эмбрул? О, отлично. И башню посетим, по основным причем. Хорошо. Я записал этих троих. Ладно. Уничтожение монстров — идеальная задача для моего меча двуручного. В этот раз я буду за главного. Ну, ты уроженец Боус. Мой добрый, тяжелый клинок. Ты, вероятно, лучше всего подходишь для этого. Да, никаких возражений. Решено тогда. Давай, выбирай нам команду, Эстель. Ты подозрительно настойчив в этом, знаешь ли? Ну, ребят, все как всегда. Оливер и Тита. Потому что, ну, учитывая Агат, Агат без Тита это как рыба без... нет. Ну, так, с чем сравнить-то? С рыбой это не очень хороший вариант. Ну, короче, вы поняли. А приключение без Оливера — это не приключение. Кокаина без алкоголя. Во, отличное сравнение. Молодец, Салар. Замечательно. Так, значит, если мы будем обходить весь регион, чтобы искать этих разыскиваемых монстров... И раз мы уже выходим, почему бы нам не заехать в деревню Ревеню? Да. Почему ты смотришь на меня так, будто чего-то ожидаешь? Не хочу увидеть твой родной город, Агат. Что, нельзя? Ты не хочешь? Не сейчас, нет. Сначала нам нужно разобраться с текущими делами, включая охоту на этих монстров. Эх ты ж, бесчувственный чурбан. Ребят, если бы я не взял Титу, то этого разговора не было. Клёво. Ну же, Тита же здесь. Может, у тебя... Неужели у тебя голова буквально загорится от того, что ты хотя бы раз будешь добрым? Да что, черт возьми, ты вообще? Сестренка, все в порядке, правда? Это нормально, что мы должны ставить работу на первое место. Агат, прости. Что я... подначитываю тебе. Да нет. И знаешь, я обязательно отведу тебя туда, как только немного успокоится все. Просто будь хорошей девочкой, коротышка. Малявка. Окей. Привет, Роза Маша. Так. Окей. Эти три квеста обязательно сюжетные. Опа. Так, ладно. Имперский запрос. Медальон посла Крейнах был кем-то украден.
Ярбонское посольство о настоящем просит немедленной и полной поддержки гильдии брейсеров. Отлично. За деталями об этом деле, пожалуйста, обратитесь по следующему адресу: посольство Ярбонии, контакт, отель Фрайден, комната 203. Так, вот этот квест тоже звучит интересно. Пропавшая леди, дама. Молодая леди пропала, пожалуйста, найдите ее немедленно. Угу. За подробностями о работе приходите к Рейни в Антерозе. Ищите форму Королевской Академии. Ребят, мы же начнем с этого квеста, верно? Ой, нет. Нет. Опять сбор. Редчайший вкус. Дабы разработать новое блюдо, мне нужно следующее. Нежное мясо птицы 10 штук. Птичьи яйца 10 штук. Жареное глазное яблоко гуми, короче. Сочная кость. Рог. Лечебный рог. Окей. Или как-то так. И счастливый клык. Пожалуйста, передайте список в полном объеме Гвен в Антерозе. Понятно. Так, секунду, я себе сделаю пометку насчет этих ингредиентов, и мы сразу сейчас проверим. Возможно, они у меня уже все есть. Привет, Пикто. Ну, короче, да, есть нам чем заняться, как вы видите. Так, отлично. Нужно 5 штук, у меня их 15. А, так. 10 штук, у меня 28. О, 5 штук, у меня их 9. Так, 10 штук, у меня как раз их 10. Так, а, блин, а вот яйца, да, 10 штук, а у меня их только 6. Нужно будет в магазине посмотреть, может, есть. Так, ну и сочная кость, их у меня нету, потому что я потратил. Но в магазине вроде они должны быть. Погнали, заодно посмотрим, что там с газетой. А, стоп. Хотя проверим и тут ингредиенты. Так, сначала рецепт. Ну, понятно. Нет, тут никаких ингредиентов. Так. Тут ничего интересного. Новый меч для Агата. Ну, дамаг, конечно, растет неплохо. Ладно, берем.
со скорости передвижения падает. Ну ладно. Дамаг важнее, особенно для Агаты. Отлично. Так, поищем то, что нам нужно. Нету. Продажи. Ищем дальше. Так, ну тут уже аксессуары вижу. О, а вот это мы возьмем, это каменини. 4 штуки. Плюс еще бонус защиты. О, про Джека 6. Ну, короче, да, мы, походу, всю эту книгу просрали. Ну, она есть и в третьей части, так что там можно будет ее, если что, прочесть. Салар, ну, а смысл от них? Так, ладно, газета есть. Так, и что, в итоге я так и не нашел нужные мне ингредиенты, да? В предыдущем городе-то они были. Кто бы знал, я бы закупился. Ну, Астер, это вроде запрещенная книга в Империи, так что ее там нет. В Калварде только. Она оттуда. Так, ну что ж, давайте почитаем газету. Разберемся с ней. И пойдем дальше. Так. Спецвыпуск. Подписан пакт о ненападении. Обещание трех наций. Это была незабываемая церемония подписания. Под наблюдением нейтральной стороны, архиепископа Куранта, королева Алисия открыла церемонию клятвой о ненападении. Представители империи и республики подтвердили свое участие и стали подписантами. Слишком быстро нажал. Благодаря усилиям королевы пакт был заключен, и три государства начали новую жизнь. Ну, короче, все отлично там прошло. Повышенный международный интерес. Несмотря на то, что император империи и президент республики Роксмит не смогли присутствовать, в зале собрались VIP-персоны из каждой страны, что еще раз показало, какое внимание привлекает этот пакт. Иностранные информационные агентства также собрались, и это важнейшее международное событие было отмечено шквалом вспышек фотокамер. Новые образцы двигателей предоставлены. В качестве важного элемента пакта образцы новой модели двигателей были также предоставлены империи и республике. Королева выразила свои пожелания о сотрудничестве
и еще раз подтвердила свою позицию, что технологиями нужно делиться, а не монополизировать их. Будущее трех государств. По-прежнему звучат голоса, ставящие под сомнение практическую эффективность пакта, а не нападений. Но, как уже отмечалось в нашей колонке, ценность пакта заключается в возможности проведения содержательного диалога, который он создает. Скептики указывают на то, что существует множество оправданий для нарушений пакта. Но, несмотря на то, что такая возможность существует, следует сосредоточиться на пути к миру, который лежит перед нами сейчас, благодаря созданной сегодня возможностью. И это все, четвертая страница, маловато, ребят. Общество. Регион Роланд покрыт туманом. Начиная с вчерашнего утра и до самого вечера, регион Роланд был окутан глубоким туманом, который никогда ранее не наблюдался в этом регионе. Из-за необычной погоды были приостановлены полеты, а передвижения по региону стали практически невозможными. Как жители, так и эксперты недоумевают по поводу серьезности тумана. Да, что-то газета короткая. Ну, как минимум, про пакт нам написали. Все подробности, что там к чему. Так, ну что ж, тогда погнали, займемся квестами. Пойдем сначала в Антерозу. И займемся пропавшей леди. А, вот. Выиграй время как-то. Задержи их. Я уже приняла меры со своей стороны. Хотя, слушайте, тут, наверное, тему было бы взять Клою, но ладно. Прошу прощения. В чем дело? Мое время... Подождите, а вы... ты ведь Рейной, да? Вы знакомы? Да, она студентка Королевской Академии. Но что ты тут делаешь, Рейна? Это довольно долгая история. Полагаю, вы видели наше объявление. Ну да. Поэтому мы и здесь. Я бы хотела бы, чтобы вы взяли за эту миссию как можно быстрее. Вы принимаете? Прямо сейчас задание. Да? Звучит очень срочно. Так что давайте займемся. Когда вы принимаете его, спасибо. Я объясню ситуацию брейсерам. А вы пойдите разберитесь с остальным. Как пожелаете, мисс. Пожалуйста, позаботьтесь о нашей госпоже. Да. А кто это был? Мне кажется, что я кто-то упустил. А, слуга в моем доме, как и я. Нам... На нас обоих возложена забота о хозяйке. Возложена забота? Да. Но я забегаю вперед.
Позвольте мне объяснить, что произошло с самого начала. Пожалуйста. Итак, Эстель, ты помнишь? Фелисити? Фелисити? Айба, вообще-то, да. Думаю, я бы узнала ее, если бы увидела. Еще одна ученица, я полагаю. Верно. Слушайте, а мы с ними общались, если помните еще. Когда были в... В академии. Если что, вы можете опознать ее по униформе. Она такая же, как и у меня. Да-да, они в общаге были, и там еще был спор какой-то. Итак, что именно сделано Фелисити? Она убежала. Ну, как я уже сказал, она сбежала. В частности, отсюда, из Антерозы. Да, кстати, за письма. Она сбежала из ресторана? Зачем ей это нужно? Кажется, я понимаю, что произошло. Это то, что можно назвать... Это то, что можно назвать поесть и свалить. Да, поесть на халяву. Это то, что ты делаешь, обжора. Почему она убежала? Я бы и сама хотела спросить ее об этом. В конце концов, сегодня самый благоприятный день для нашей госпожи. И что же это значит? Посмотрите туда, за угол. Да-да, там как раз про жениха, по-моему, было. Я вот пытался сейчас вспомнить, и это уж все напомнило. Мы видели куски уже этого квеста. Блин, я не думал, что это реально будет потом квест полноценный. Так, подождите, а это там... Сын одного ирбонского дворянина, да? Он отправился далеко, в место, что большинство ирбонцев считает варварской глубинкой, ради свадебного торжества с нашей хозяйкой. А, окей, понятно. Так, свадьбы? Ты имеешь в виду брак по расчету? И Фелисити должна выйти за него замуж? Может, она и студентка, но хозяйке уже 16. Да? Как дочь знатного дома Ярбонской империи, ей стыдно не иметь предложения. Так, стоять секунду. И есть вещи гораздо важнее, чем эта высокая и могучая честь вашей семьи или что-то в этом роде. Вы подумали о том, что она думает по этому поводу? Это предложение исходит от человека знатного происхождения. И
личного статуса. Если миледи Фелисти встретится с ним, я уверена, что она найдет его подходящим. Да не в этом здесь проблема. Блин. Я понимаю, почему она сбежала в этот момент. Спасаясь от нежелательного предложения, отчаянно ища свободную любовь. Да, предмет сотен романтических эпопей в Ярбоне. Это напоминает мне мою собственную юность. Позволь мне предположить, ты просто пытался спихнуть предложение какой-нибудь женщине постарше, чтобы выпутаться из всего этого, да? Оя, нам де ситтерундай? А откуда ты знаешь? До дэму ина. Мэйвакна ханаштана. Как бы то ни было, это та еще боль задницы, несмотря ни на что. Блин, ненавижу ввязываться в такие вещи. Да, конечно, имеете право на собственное мнение. Я воздержусь от высказывания своих возражений. Сейчас важны не дебаты, а о достоинствах свободной любви. О возвращении госпожи Фелисти. Да. Если отбросить моральные дебаты, я ее пребывание в одиночестве вдали от контактов со всеми не помогает никому, и в первую очередь есть идеи, куда она могла пойти. Личность Фелисти такой, что она склонна заходить так далеко, как только может, если она решится на что-то. Я подозреваю, что она пошла довольно... Нет. Я подозреваю, что к этому моменту она уже довольно далеко ушла. Довольно далеко. Может, другой конец города? Она не стала бы выходить на дороги. Совсем наоборот, на самом деле. Мы знаем, что ее нет нигде в городе. Другими словами, она... пошла по дорогам пешком. Что? Но это сейчас действительно очень опасно с такими монстрами там. Следственно, вот и мой запрос. Теперь вы понимаете, насколько тяжелая ситуация. Черт. Нужно было это с самого начала сказать, вместо того, чтобы отвлекаться на этой свадебной ерунде. Есть идеи, куда отправилась эта девушка? Я бы выбрал смутное направление на данный момент. Хозяйка снова и снова говорила, что возвращается в академию.
Кроме этого, боюсь, я ничем не могу помочь. Понятно. Академия, значит, в сторону Руана. Это к западу отсюда. Да, мы должны сначала проверить дорогу Руана, к Руану. Ладно, Рейна. Я все еще не очень... Мне все еще не очень нравится это, но мы пойдем искать её. Еще что-нибудь, прежде чем мы уйдем? Да. Учитывая все, могу я попросить вас передать ей послание? Денгон? Да, конечно. Фрассе. Ну, если можете. Передайте ей. Ты такая трусиха. Вот и все. Что? Ты действительно уверена, что хочешь, чтобы мы передали это ей? Я уверен. Назовите это... рассчитанным действием. Ладно, неважно. Давайте просто уже сделаем это. Да. Ну, мы пошли. Удачи тогда. Ух, жесть. Так, ладно. Думаю, на этом здесь мы остановимся, и продолжение следует. А то что тогда я подустал уже.